Настало время, пробил час. Мы начинаем наш рассказ о жизни, смерти и любви, как это было в наши дни. Дневник история ведет, и каждый век, и каждый год заносит в летопись ее предание свое. Пришла пора собора в кафедральный. Артист и трубадур, творец полотен и скульптур, особым даром наделен воссоздавать лицо времен. Пусть ты отвержен и забыт, но всюду песнь твоя звучит, и оживают вместе с ней предания наших дней. Пришла пора собора в кафедральный, черных костров для пылающих сердец. Пора событий грозных и фатальных, век катастроф, век убийца и творец. Шла пора пиратов и поэтов, мрачных пиров, карнавалом на крови. Шла пора закатов и рассветов, дней и ночей. Век заменит вчерашний, придет и уйдет. Новых варваров орда поднимутся и снова.